Добрый день, уважаемые подписчики. Показываем еще две грядочки вот к этому грунте. Вот. Это сорт Маршал Победы. Звезда, видите, вверху отойдите, горят. Завиде. Вот солнце. Засуха. Вот питанга желтая. Тут рядом кустик сейчас упал. Надо подвязать его, видите, какая кисть. Это тоже два больших. Томатика. Там еще вдали вон. Тоже томатики. Малиновый силач вон. Томатик. Так, вот еще. Ну да, особо вот сами тут видите опять особенность какая. Горят томаты. Да, плохо. Но это будет поменьше, конечно, чем в прошлом году. Вот еще рядом грядка. Еще рядом грядка. Это у нас Санта-Коломба сорт. Вот показываю какой. Санта-Коломба сорт. Один плод завязал, к сожалению. Но большой. Вот такой огромный. Видите? Огромный сорт. Прям. Это у нас. Вот они все касаются малиновая сзади. Он тоже плодик извязал вверху. Еще томатики одни. Вот. Тоже завязал сорт один. Томатик. Это у нас большая болотная. Угу. Большая болотная. Вот. Вот еще, видите. Подик завязался, а рядом горит, видите. Зажарили. То, что успел дожарить, завязаться, то и завязалось. Вот так. Мне Санта-Коломба, кто просил полный рот показать. Санта-Коломба вот такой. Вот, вот. Вот. Вот такой рост. Да. Вот опять же горят. Видите? В этом году засуха, хотя не предсказывал никто. Но засуха конкретно. И вот завязи. Томаты не любят большую температуру. Многие считают, что томаты любят 36-38. Нет. Там тебе 30 градусов, все. И чтобы было 20-18 ночи. А днем 30. Ну, 28 идеально, 25. Томаты вяжут как бешеные. А сейчас? Нет, вот. Еще томатик. Вот. Показываю высоко. Грядку. Чуть попозже еще свои грядки покажу вам. У меня там где-то посажено 400 где-то сортов. Около 400. Вот. Еще, видите, желтеет и падает за эти жары. Вот. Томатики. Как-то жара прошла. И томатам легче стало хоть вязать плоды. Как-то они выдержат листва жару, а вот сами завязи, видите, опадают. Завязи много, но все опадает. Жара. Убийца. Там сливки у меня ступит сюда. Кубанская комета. Называется слива. Или даже слива в этом году он. Показываем сливу, далее за томатами. Кубанскими тоже мало плодов дала. Тоже сказала жара. И маленькая дерево, ну около 2 метра. 4 вида дала. В этом году максимум, может, 1,5 вида слив. В этом году, хоть говорят, не высокосный год, но, видите, урожай будет меньше. По всем, по овощным, по плодовым. Может, у кого-то и нет жары, но у нас засуха. В нашем регионе засуха в этом году. Зона рискованного земледелия. Наша область. Еще Санта-Коломба покажу. Там еще вдали томатики тоже. О, томатики вдали тоже завязались. Вот видите. Ну, что дозарь завязалось, то растет. Дозаривается на кусту. Остальное
пахотная. Кубанская комета. Далее вот так. Это маска. Спасибо вам за внимание. Ставьте лайки моему видео. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Помогите развитию канала. До свидания.